Одна из самых старейших жительниц Козинского сельского совета, многодетная мама, ребенок войны, Мария Алексеевна Мартинович. Родилась, когда началась война. Фашисты убили ее родителей. Маленькая Маша со своей родной сестрой остались сиротами. Озаботилась о них папина сестра-подросток. На тот момент ей было всего 14. Ховались мы от немцев по болотам, по лесам. И говорила тетя, что бывало так, что перестрелка с одной с деревни немцы, а с лесу партизаны. И мы посредине у перестрелки в болоте сидели. Так и справлялись они втроем с трудными, холодными и голодными временами. Однако на свою судьбу Мария Алексеевна не злится и не жалуется. Все стало налаживаться, когда она встретила свою любовь, будущего мужа. В 20 лет свадьба, а в 21 уже молодая, счастливая мама. Я вышла замуж, родила трое детей. Родились у меня 7 внуков и 6 правнуков. Я достойная женщина, меня сильно глядят. У меня нету такого дня, чтобы ко мне не приехали. Я уже в магазин не хожу никуда дома. Это, что я живу долго, уже 81 год. И еще так я... И в огороде помогаю трошки. Дети сеют огорода, глядят, и меня глядят. И все, что у меня есть, это заслуга моих детей. Мария Алексеевна очень трогательно рассказывает о своей большой и дружной семье. Признается, она нашла свое истинное счастье. Ведь она мама, бабушка, прабабушка. И самое большое ее желание – проводить больше времени с родными. А они, в свою очередь, желание исполняют. Марии Алексеевне скучать не дают, навещают часто. Вот и День матери – еще один повод собраться всей семьей за большим праздничным столом. И сказать искреннее спасибо своему самому близкому и родному человеку. Екатерина Горбачева, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».